Да, изменилось. Но с одной стороны их можно понять, потому что если они не будут это выполнять, то, возможно, с ними поступят так же. Но с другой стороны, типа, вы тоже белорусский народ, и как бы поддерживаете своих близких, наверняка там есть братья, сестры, и вы так с ними поступаете, тоже не очень хорошо. Любая милиция и полиция других стран должна действовать в рамках закона, вот, и в рамках своего законодательства этой страны. Поэтому, ну, чрезмерное применение силы, конечно же, это все не приветствуется, но опять же, все зависит от ситуации. Вот. Бывает, что народ и люди по-разному могут реагировать, и иногда приходится, но в основном, конечно же, я не одобряю, вот, насильственные методы и действия. Мнения сдержанные. Все, знаете ли, относительно, смотря какие люди вам попадаются на самом деле. Бывало всякое. Лично мое, так сказать, соприкосительство с этими людьми тоже бывали разные. Бывали очень милые, образованные, уверенные в себе люди. Вот. Но что делать? Это милиция, армия, это люди, которым приказывают. И они должны делать то, что они делают. Только и всего. Вот такое отношение. Милиция, я, к счастью, с милицией не встречалась в последнее время, так что отношений у меня никаких с ней нет. Нет, не изменилось никак. Оно таким и было. Это провокации, которые, ну, всегда были в нашей стране, независимо месяц до выборов, 2 месяца, 3. Просто сейчас они намного жестче. То есть сотрудникам милиции можно только пожелать, чтобы там насморк какой-нибудь, кашель у них 9 августа был, чтобы они денек полежали дома, подлечились как-нибудь и все, не выполняли преступных каких-то указаний. Оно у меня всегда было негативным. Почему? Ну, по отношению к себе испытывал не раз применение их силы и все тому подобное. Конечно, изменилось. Но это, я считаю, что это неправильно, когда милиция, так жестоко по отношению к гражданам, это ужасно. И я думаю, не только я одна так считаю. Ну, в принципе, у меня всегда было такое отношение к нашей милиции. Ну, мы же сейчас видим, что в интернете очень много выкладывают фотографий со своими удостоверениями. То есть, ну, не все плохие они. Вот. Но в основной массе, если они так против своего народа выходят, то, ну, я считаю, это не белорусы. Это мое мнение такое. Нет, не изменилось. Правильно делают. Нечего расшатывать ситуацию в такой сложный момент. А это все ЦРУ работает, блин, против нас.